А сейчас новости спорта. Мотоспорт требует уверенности, силы духа, технического мастерства. Все, кто участвовал в прошедших соревнованиях по мотокроссу, обладают этими качествами. Подробности в нашем репортаже. Чемпионаты первенства по мотокроссу на Кубок главы Славянского района прошли на мототрассе Славянска на Кубани. Это спорт для увлеченных людей. Крутые виражи, подъемы и спуски покоряются тем, кто уверенно держится за руль своего железного коня. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовка открыл соревнования и пожелал участникам успешного выступления. Мотокросс – захватывающий вид спорта. Просто на него невозможно так смотреть. Спасибо вам, ребята. Сегодня у нас проходит открытый чемпионат, первенство Кубка, главы муниципального образования Славянского района Романа Чистяковского. Я уверен, вот такие традиционные, прекрасные мероприятия проходили и будут проходить в Славянском районе. Спасибо, что принимаете участие. Особые слова благодарности. Вот стоят родители, переживают за своих детей. Я тоже вот сейчас смотрел и переживал, думаю, как они летают, пусть захватывает дух. Поэтому, ребят, я желаю, чтобы финиш был всегда успешным. В мотоспорте нужно не просто научиться ездить, преодолевать возвышения. Нужно уметь ухаживать за своим мотоциклом, ремонтировать его. В числе участников соревнований были представители ряда регионов России, в том числе и уральские спортсмены. Я приехал в Славянск первый раз. Я готовился, чтобы тут хорошо выступить. В Орленке приехал четвертым, в общем. Занимаюсь мотокроссом 7 лет. И он мне очень нравится. Необходимо всегда поддерживать хорошую физическую форму, постоянно тренироваться. И праздное времяпровождение для юных спортсменов неинтересно. Мотоспорт – мой любимый вид спорта. В нем самое главное – решительность, чтобы нельзя бояться. И всегда надо брать всех на обгон. Всегда надо ездить хорошо и следить за своей техникой. В мотокроссе покоряет буквально все. Напряжение старта, борьба на трассе, когда мотоциклы взмывают в воздух и четко приземляются, когда дорога каждая секунда и особенно интересна финишная прямая, где выигрывает тот, у кого осталось больше сил. Этому спорту покорны все. Люди знают, люди привыкают. Здесь уже выросло не одно поколение. Дети приезжают, уже у них, их дети сейчас выезжают, видели 50 кубиков маленькие. Уже это там второе-третье поколение. Я, говорит, на моих глазах все это выросло. Да, очень популярная наша трасса. Просто она несложная. И очень красиво, приятно прыгать. Это экстремальный вид спорта. А экстрим – это всегда адреналин. А наш русский человек привык к этому. Зрители а сюда приходили семьями, с интересом следили за борьбой спортсменов, которая была очень напряженной, несмотря на капризы погоды. 67 мотоциклистов боролись за призовые места. По результатам соревнований славянец Алексей Пупышев занял третье место среди юношей в классе 125 кубических сантиметров. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».